А почему? Почему? А почему мы должны детей возить? Потому что это классно. И нет, что? Вы находитесь на территории парка. А дети подождем. По деревьями стоят. Отлично. Мы вас вышли обязательно в органы власти и поинтересуемся. Закрыли на замок. Да, закрыли на замок. А то, что мы должны прятаться под деревьями с детьми, может гром ударить, вас это нет? Не смущает? Мы не пойдем в лабиринт. Мы находимся на территории парка. И вот это все сделано для детей, понимаете? И пустить под крышу, даже просто чисто по-человечески. Девочки, это арендованные, платные. Ну, сейчас. Хорошо. Вам сказать, сколько они стоят? Мне не надо это говорить. А то есть дети пусть мокнут и под деревьями, если гроза убьет, зато вы... Почему она гроза убьет вас? А я не думаю, что вас... А меня здесь не убьет гроза? Нет, ничего? Нет. А вы под крышей находитесь? Да. Нормально у вас? Нормально. Все, да? Ну, отлично, мы разберемся с этим вопросом.